Еще до начала дорожно-строительного сезона профильные службы Самары начинают ежегодный гарантийный ремонт дорог. Перед этим комиссия, состоящая из представителей подрядных организаций, общественности, а также заказчика, проводит мониторинг улично-дорожной сети. Особое внимание уделяется участкам, которые отремонтировали в рамках различных проектов, в том числе национальных. У нас есть на это буквально пару недель, чтобы, как правило, к 1 мая, к проведению праздников, 1 мая, особенно 9 мая, для всех праздник очень дорог для нас, чтобы дороги были приведены в нормативное состояние. К примеру, улицу Чапаевскую комплексно отремонтировали в 2017 году на средства приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В дальнейшем он приобрел статус национального и активно реализуется в настоящий момент. 5 лет назад подрядная организация обновила участок на улице Чапаевской во время подготовки к чемпионату мира по футболу. За период эксплуатации участка износ небольшой. Все благодаря качественным материалам, отмечают специалисты. Поэтому и ремонтировать ее будет несложно. Выявляются участки разрушенные, придается им правильная геометрическая форма и заливается литой асфальтобетонной смесью. Ее можно даже при нулевых температурах заливать. И сейчас пока еще не установилась постоянно положительная температура. Это самый хороший вариант. По словам специалистов, технологии ремонта дорог постоянно совершенствуются, а вместе с этим разрабатываются новые материалы и смеси. С каждым годом количество транспорта растет, отсюда и повышающаяся нагрузка на дорожную сеть. Поэтому современные ГОСТы ремонта дорог должны включать только износостойкое и качественное сырье. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.